Начинает светлый образ секретаря суда. Суд идет, прошу всех встать, а сесть еще успеете. Судья, ну зачем же так пугать? Все в зале, ах ты так тебя иди. Судья, вот так вот доброй шуткой начнем мы заседание. Сегодня будет дело, один не мой укор. И есть предположение, что нету оправдания, но строго по закону вам слово, прокурор. Прокурор, начну сначала не для протокола. Душа горит и факты вопиют. Как хорошо, что нету дырокола, а то бы я надел дырку. Мы все идем вперед без передышки, мы бьемся, не жалея всех подряд. А тут, простите, всякие говнишки украсть у государства норовят. От ихних охренительных хищрений сломался молот и погнулся серп. И в результате всяких ухищрений стране был нанесен большой ущерб. Потоки бабок перенаправляя, они забыли, что их ждут срока. Короче, есть статья и часть вторая, от 38 до 40. Судья, что ж трудно возразить, суду почти все ясно, тем более, что сам уже перезвонил. Но что вы там, тип-топ, все с прессой безопасно, желаем, чтобы нам защитник доложил. Судья, адвокат. Заметьте, что душой горю я тоже. Прошу, внесите это в протокол. И все же обвинению не гоже. Прокурор, обвинение может и по роже. Адвокат, прошу, и это тоже в протокол. Судья, хорош базарить, блин. Суду вообще все ясно. Тем более пока короткие бушки. Но то, что было здесь, все было не напрасно. И не должны страдать младенцы-старики. Адвокат. Конечно, господин судья, но все же не надо, чтобы в обществе раскол. И мир юриспруденции тревожит. Прокурор. А можно и пруденции по роже. Адвокат. О, боже, боже, тоже в протокол. Судья. Короче, Сочи. Блин, об этом через годик. Пока еще никто об этом не звонил. А шо ж молчком молчит моральный наш уродец? А что ж не говорит последних слов дебил? Щелчки, фон, офисная музыка, пуканье, напряженное размышление. Ваш звонок очень важен для нас. Голос из-за. Вы уж простите, что из Лондона по скайпу. Но на Москву билетов нету, вот беда. А как я честный человек, то так и знайте, что я готов чистосердечно и всегда. И что бы там, и кто бы там ни говорили, и не писали в желтой прессе ерунду, я вам купил особнячок на Пикадилли. Вы прилетайте, и я сразу к вам приду. Напряженное молчание. И все-таки ваш звонок очень важен для нас. Адвокат. Здесь пахнет оглушительным признанием. Прокурор, на месте вы проверить хоть не врет. Судья. Короче, закрываем заседание. Когда на Лондон первый самолет? Секретарь. Прошу опять всех встать, поскольку суд ушел. Вот только что был здесь, а и был таков. Но нам не привыкать, нам очень хорошо. Ведь наш родимый суд, ведь наш родимый суд, ведь наш родимый суд. Судей всех судов, судей всех судов, судей всех судов. А он ведь наш родимый, наш любовь, барабазов.